Безусловно, последняя неделя, наверное, можно сказать, это время наиболее интенсивных атак по городу. И это, безусловно, было связано с тем, что врагу не удалось реализовать свой первоначальный план в отношении Одессы. Это сухопутный захват города. И не удалось это реализовать именно ко 2 мая или к 9 мая, соответственно, даты, которые были важны. И то, что мы сейчас наблюдаем, это попытка, знаете, отмщения такого своеобразного. Это попытка отомстить Одессе за то, что она не сдается, что она не принимает русский мир, что она не оправдала надежды Путина на вот такую встречу с хлебом солью русского оружия. Безусловно, Одесса в первую очередь город-порт, и больше, фактически последние 2 месяца все внешнеторговые операции заблокированы, именно потому, что Путин поставил своей целью поставить на колени, наверное, вот таким вот продовольственным шантажом весь остальной мир, заблокировал крупнейшим импортером сельскохозяйственной продукции Украину, в частности порты Большой Одессы, которые являются воротами для этого экспорта. И сейчас это уже не война фактически Украины с Россией, это война мира с Россией, в том числе на продовольственном фронте.